В Москве территория ВДНХ попала под особое внимание историков и археологов. Во время реставрации павильона верблюдоводства рабочие обнаружили клад. Почти 3,5 сотни 10, 20 и 50 копеечных серебряных монет относятся к 20-м годам прошлого века. По номиналу общая сумма находки едва достигает 80 рублей. Хотя содержание серебра в монетах невелико, специалисты говорят, что эти деньги, безусловно, представляют интерес с точки зрения исследования начала советской эпохи. Обещают, что содержимое клада вскоре пополнит экспозицию музея ВДНХ.